Там меняется начет, но он не особо дорогой. Деревню сторожа? О, домик. Да, я в дом управляющего или какого-то начальника мне пошел. Кто-то уже идет к дому начальника. Юсек, по-моему. Да. По-моему, убил. Ближе подхожу. Слева от дома он в кусту. На углу дома куст. Подходишь? Да, бегу. Ёлки-палки. Это Ремингтон? Да. Тебе? Вроде нет, но... Может, это его друзья, блин? Да, это 28-й чувак у меня тут. Мог сейчас к нам прийти мстить. Я смотрю деревню. Ты? Нет, нет. Это вепрь. Это даже СВД, по-моему, а не вепрь. Денег мало. Сейчас тогда все четко сделаем. Я тут выкидываю сумку, полную лута. Если выживем, вернемся к ней. Опа! Они ближе подходят по забору в эту сторону. Он по тебе работает, что ли? Они все еще здесь. Ага, вижу. Убил. Давай сюда, на выстрелы ко мне подходи. Не слышал? О, второго убил. Ты я. Без мега пролутанные типы вейкер. Ты подходишь? Да, вот я иду. Ух, бля, прикол. На горке, да? Да. Упала. СВДшка с тепловизорами. Такого лутать нет, который внизу лежит. Да, того можешь полутать. Нормально, да? Бойцы, блядь. Они оба с тепловизорами, блин. Они больные, блин, вообще. Викер, уходить надо. Нашел воду? Сумочка. Что мы отсюда заберем? Так, я наш могу. Тебя бот. А где там стрельба? В углу слева под лэпом. Понял. Кто бегает еще здесь у меня у заправки? Делал заправки еще. Опа. Есть еще справа. Блин. Слева убил. Ты поднимаешься, да, клэпа уже? Да, прям клэп. А вот где-то там. А, меня убили. Прямо у этих.
У бетонок ветер. Я ему дал, чтобы не убил. У тебя ящик стоит, да? Да, 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 да. Дальний ящик. Викер, живи. Дай мне минутку. Бля, по мне. Сука, в спине. Еще одна падла сидит. Нет, нет, нет. Вали его. Он сверху у меня. На горке. Сука, блядь, найти, блядь. Убил? Нет, бегает. Бегает? Не, ну, район находится. Убил, лево, левее. Убил, 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 убил. Все, не стреляй. Все, 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 понял, понял. Своего убил там? Да. Этот все еще сидел тут, значит, крысеныш прям. Мне просто ваншот не знает. С Мэтта собери, у Мэтта там ствол жесткий. Может, он за сидушник сидит. Да, есть. Слева где-то. Один бировец. Захожу. Как это тут ботов там убивал? Может, хоть у одного масочка есть? Посмотрю. Три тут типа скрючило, блин. Что ты такое, блин? Собирай с них что-нибудь. Тебе вот эти дробовики понадобятся, МП 133 по квесту. Выждал. А, стал уже? Ты по боту. Это наша дочка! Господи, а кто по боту? ЧВК белого. Ау, маска. Во. Я не понял, откуда он стреляет. А, вижу, по-моему. Убил. Убил, убил. Ну, тут слева должен быть бировец еще один. Вот он. За машиной челобот. А, это тоже бировец был? Ёпта. Я ему чисто так наотмашь сюда кинул, думал, бот сидит. Ты? Нет. Понял. Убил? Скорее всего, ты его видел с машинкой вот там. Ты? Надеюсь, не ты? Нет, нет, нет. Убил кого-то? На горе. Не, на горе перестреляли друг друга. На камнях? Блять, не успел, да. На самой прям вершине там. Ну, маленькая часть больших камней. Угу. Упакованный пацан. Сильно ранен. Сверху, да, был? Да-да-да. Так, вижу тебя, кажется. Он прям надо мной был.
Бел. Да, он с мега-эмкой. Шлем фастэм, броня килы. Да, они по центру уже. Ты зашел уже, Мэтт, в секретку? По мне кидают. Одного убил. Один где-то по центру был. Я у... Он между контейнерами. Я спину ему захожу. Убил. Убил. Не, не убейте, я у ближний синий. Там в углу, да, должен быть у меня товарищ. Фендер, ты смотри. Ой, ты. Ля-ля. Седьмой уровень. Ля. Хакер, кстати, смотри, да. Вулкан 5 у него, ёпта, иметь. Вулкан, кстати, дорогой. Это же дорогенная хрень, да? Это дорогенная фигня, бля. В гаражах. Кто? Он еще и с тепловизором, вы представляете? А-а-а. Ну, кстати, это новый теплак, кстати, я его не видел такой. Он, кстати, даже FPS почти не садит, когда в него смотришь. В отличие от тех старых. Где Урал стоит? Это здесь была шмальба. Только не вижу сейчас ничего. А, вижу! Бил одного. Не доходя до Урала справа. Ты подошел. Скорее всего, не бота. Ага. Нет. Там из забора где-то. От Урала, от Урала. Чуть выше Урала. Вижу его. Убил. Справа от лэпа он был. Жив? Цел? Да, да, да. Ага. Да, он взлетает, как он меня не убил. Чем он стрелял? Бронебойками стрелял, ёпты. Вот тебе и третий класс. И поймешь, как броня работает. Да он двоечник, по-моему, просто. Но он... Давай, забирай с него все. Слева вот это вдоль этого идет западного. Челобот, блин, походу. Два раза попал. Я тоже по нему попал в тело, по-моему. Убил? Нет, он даже на этот кровь. Да-да, он за Уралом. Бля, Мосинка, страшно. А, их двое! Их двое, двое, аккуратно. Оба за Уралом? Нет. Один за Уралом, другой правее, да. Одного убил. Правее. За Уралом не вижу никого. Либо внутрь забежал, либо туда же ушел к другу. У нас в этом корпусе. В котором? Поздно. Я по шагам их слышу. А ты не видел, да? А ты через крыло обходишь или как? Нет, я прям по улице. Перебежь. А, слышу, он там ходит где-то. Можно было бы ему что-то крикнуть. Слышь, о, это сейчас кто-то бота убил, слышишь? С улицы. С улицы, да, с того либо, края. Либо крыша. Нет, это с улицы. Вот оттуда, получается, со стороны выход на таможне. Я за забором бегу вдоль корпуса. Ну вот он где-то там и есть, в том этом краю. Так и не понял, что там такое глушёное. Ты бегаешь, да? Внутри. Сейчас я бегаю, да. Я сейчас выйду тоже на улицу, через дворик внутренний буду обходить его. О! Понял тебя. Оп. А, это бот, бот, сука. Он ко мне идет, по-моему. Я сейчас на улице тоже тут. Он где, на первом этаже был, да? Не знаю.
Ну, кто прыгал? Ты прыгал? Нет. А бегай. Бегает он внутри. На крыше! Убил. Я же тебе говорю, что на крыше, по-моему, с крыши он бил по боту. Понял. Но я что-то не сориентировался. Неизвестно, он это или не он. Правда, вот. Тут мы это... Это здесь никто не должен вроде прихлопнуть. Мэтт, ты помнишь его ник? Мэтт? Назовешь, скажу. Профит 4. Да, 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 да. 50 уровень, чел. Так, а где ты был, Мэтт? Где-то у вертолета. Штучки-дрючки. Смотри, блядь, мусорку какую устроил. Ё-моё. С нами один или нет? Двое. Один минус. Второй минус. Залутыши. Понял, я в вагоне иду. О, тут фастемщики у нас. Алтыш, здравствуйте. Боту был ключ. Генка здесь полная, четвертая. Алтын сразу мы прячем, надежное место. 74 какая-то страшная. Все скрыто. Ёпта. Кейс для денег, походу. И ключница. С ключами. Неплохо. А что за ключи? ЗБ. Ключ от машины. Ключ от времянки. Блин, а кейс в кейс ведь не полезен, да? Это хлопчик. Хлопчик? Я уже кто раз его убивал. Кто у меня есть? Не мы. Нет. У меня кто-то двое ходит в административке. Этаж. Второй. Не особо. Угу. 49-й этот пировец у меня. Порядке, я пошел маячки ставить, а то я так и не поставлю их там. У меня в доме. Понял. Отступай, отступай, отступай. Не могу. Уходи, уходи быстро. Тихо. Очень плохо. Один минус. Он один был? Один. Я хилюсь. Если что, есть наборы для этого. Да, у меня тоже есть, но мне надо будет больше, потому что у меня все выбито. Уходи! Быстро! Фу, нет, ладно. Уходи, говорит, стало в проходе стоит. Уходи, говорит. А вы где? Постоянно. Тихо, а вы где? В доме, в кирпичном, который одиночный. А. Что там, здесь сзади, наверху. С которого сзади? С ГЭСа? Слева скалы, самый край. Ага, понял, сейчас. Потерял его. Сейчас, я калаш этого типа возьму. С оптикой. Смотри, он сейчас по этим скалам куда-то пойдет. Ага. Сука, калаш летает по земле. Да успокойся ты. Ты видишь его, да, он летает? Да. Блять. Ну какого хрена? Да. О, остановился. Да.